В сентябре 2023 в эфире телеканала «Домашний» состоялась премьера картины «Кукушки». Место режиссера доверили Юрию Поповичу. Производством занималась компания Action Art Group. Главные роли в сериале и исполнили Светлана Смирнова, Кацагаджиева, Константин Соловьев, Артем Григорьев, Ульяна Плащевская, Наталья Ткаченко и другие. Многие поклонники картины интересуются, будет ли продолжение. К сожалению, шанс выхода второго сезона сериала «Кукушки» настолько мал, что ждать его не имеет смысла. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.